И сегодня я хочу обратиться ко всем жителям Казахстана. Я сегодня вот вышел с пустым плакатом, без лозунгов и ничего не выкрикиваю, но меня все равно заберет полиция. Почему? Потому что мы с вами живем не в демократическом Казахстане, не в демократической стране, как это говорится. Меня зовут Сагудин Паслан, и я за то, чтобы наш народ, Республика Казахстан, который исторически был свободен, за то, чтобы он был и сегодня свободен. Дорожная патрульная полиция подходит, понимаете, насколько маразм крепчал, что дорожная патрульная полиция приходит ко мне и смотрит, что делает. Какие незаконные? Я просто стою. Одиночный пикет запрещены. У меня пусто, я не кричу лозунгов. Почему вы меня забираете? Что разбираться? Ну что здесь разбираться, скажите? Я вам с вами поговорю, пройдите. Смотрите, силы меня тащат. Вас никто силы не тащит. 1 мая, когда меня задержали около дома, эти преступники уже не идут. Сказали о том, что ты напиши что-нибудь на плакате, тогда мы посмотрим, что с тобой делать. А так, и... Ну, они еще между собой чуть ли не поругались там, то есть я не знаю, что со мной делать, что мне составить, какие протоколы, что со мной делать. Отпустите журналиста! Журналиста отпусти! Понимание именно за именем закона. Статью!